Сейчас мы едем по брусчатке, прочувствуйте ее, стиральная это состояние, не стиральная. Проедем по Полизарковому парку и попробуем попасть в Полизарковый двор, попередвигаться там. Я вам там уже на месте все расскажу. Да, я смоюсь, Люба. Ты вот только здесь она жалела, а здесь, смотрю, начало уже поддаляться. Можно представить. Огонялся сколько на коляске, гонки на колясках, так что... Мы сейчас в этом году юбилей 66 лет исполнили. Вот подъезжаем аккуратно. Вот первый поребрик, который аккуратно надо преодолеть. Как я сказал, нет, вот здесь корпус назад надо. Так, спускаемся потихоньку. Так, оп, поехали. Так, этот невысокий поребрик, вот так его можно преодолеть. Можно перевернуться и задними колесами спуститься. Так, корпус немножко назад, когда вы так спрыгиваете. Так, спускаетесь аккуратно. Так, все. Если вперед делаете, здесь тоже перевернете. Пусть. Ничего. Не торопиться. Немножко, вот так вот, чуть-чуть приподнимать. Вперед. Приподнимать немножко и двигаться. Вот так вот. Так. Здесь вам 3 метра, чтобы вы преодолели, потому что вот это у нас служебная дорога, которую выложили. Как вот на ней можно передвигаться на коляске? Попробуй. Но самое главное, что... Хорошо. Тихонько. Сразу надо обратить внимание. Так. Чуть-чуть назад. Вот так. Не торопись. Эдуард, не торопитесь. Назад немножко корпус. Вот так, чтобы нагрузка на задние колеса была. Все пойдет. Так, потихонечку. Тоже назад корпус немножко. Хорошо. Это очень пологая, хорошая горочка, по которой можно заходить. Второй этапик у нас такой будет. В общем, мы сейчас проезжаем, спускаемся, выезжаем на пандус, который попасть, и проезжаем во двор замка. Крутить не надо, Саша, двумя руками так и притормаживай. Справа, а ну смотри, так, да, работает. Так. Хорошо. Не спешите. Меня не спешить унесет и все. И перевернуться можно, не надо. Вот аккуратненько передвигайтесь по этому плетнику, про который тоже говорили, что здесь бы легче, конечно, положить ровные плитки. Юлечка, как соображает хорошо? Не надо руками крутить, надо руками толкаться. Подмерзу. А нет, уже вчера какая-то... Пролёвывает. Ну вот, смотрите, уважаемые, как здесь можно передвигаться, если так нормально. Вот видите, это я могу передвигаться немножко, как бы, весь тело на задние колеса. И я вот так вот прыгаю, как кузнечик. Вы сейчас попробуйте вот здесь вот хотя бы круг вот такой сделать. Невозможно. Почему нельзя положить вот здесь, положить ровные плитки? Смотрим, кто из вас как будет передвигаться. Так, Карма у нас самый-самый. А вот давайте вот выйдите вы на эту вот, на плетняк, не очень-то передвигаться. Так. Я вас лучше попрошу, потому что идет передвижение, подскажу, по газону. Едьте по газону, потому что там легче, чего я так говорил. По таким передвигаться, вы сами видите, невозможно. Пускай едут, как ты сказал. Вот. Это очень тяжело. Вот у нас молодое премия, золотое. Оказывается, не очень-то. Порох еще такого, нет такого профессионализма. Видишь, что ревёв подвижный? Самый мальчик. Ну ладно, ничего, опыт набирается. Жизненный опыт набирается в жизни. Это все нужно для жизненного опыта.